781 человек в Чувашии приняли участие в первом всероссийском географическом диктанте. Самый юный участник всероссийской акции учится во втором классе. Самому старшему участнику 79 лет. Тема диктанта «Моя страна Россия». Географический диктант состоял из трех блоков. Всего заданий было 25 вопросов. Участники мероприятия должны были продемонстрировать знания основных географических понятий, карты России и ее географических образов. Диктант проходил на базе Чувашского государственного университета имени Ульянова. С инициативой проведения диктанта выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. По мнению организаторов, диктант позволит оценить уровень географических знаний всех категорий граждан нашей страны и привлечет внимание к проблеме географической грамотности россиян. Диктант проводится в один день и одно и то же время во всех регионах страны. Участники получают одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое время на их выполнение. Все задания проверяются и оцениваются по единым критериям. Результаты будут опубликованы 10 декабря.